Я хочу жить в Украине спокойно и тихо. Я смотрел сегодня его выступление Путина, блядь, по интернету. Он там так красиво рассказывает своим гражданам, что у нас тут, что у нас чуть ли необходимость, блядь, вот надо напасть на Украину, иначе Украина нападет на Россию. Маразматик. Но не хотят. Мне не себя жалко, а детей жалко. Они плачут. Он просыпается и плачет. Говорит, мама, что случилось? Что ему говорить? Ничего, война. Что, бля, война, да, класс. Он вообще не понимает. Веке война говорит, началась. Что делать? Что делать? Как быть? Хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Мы проснулись от бабахи сегодня. Пошли туда. Не понял, что это война. Что, уже все получилось? Походу.